Центр «Росток» – временный, но все-таки безопасный дом. В своих семьях заботы, тепла, любви эти ребята были лишены. Такие проникновенные песни девушке удаются как нельзя лучше. Последние годы ее и брата воспитывал отец. Когда обстановка в семье стала опасной для жизни и здоровья, сначала мальчика привезли сюда. Я не хотела дома жить, потому что мне там было плохо. Я попросила Светлану Сергеевну, она как бы человек отзывчивый, и она мне очень помогла, что сказала, что придешь, мы попробуем решить твою проблему. Таких невеселых семейных историй Светлана Сергеевна, замдиректора центра, знает немало. Кто-то из подростков приходит сюда сам, кого-то привозят социальные службы. В редких случаях в центре живут дети из обычных семей, которые временно остались без опеки взрослых. В нашем учреждении находятся дети, проходят реабилитацию с 3 до 18 лет. Это дети в основном из неблагополучных семей, где родители злоупотребляют спиртными напитками, должное внимание детям не уделяют. Также дети по жестокому обращению попадают к нам, когда родители избивают детей. В среднем здесь живет 30-40 детей и подростков. Кто-то месяц-два, кто-то год и больше. У нас какой-то даже был снеговик, танк. Танк с пуговичками получается. Давай ему нос нарисуем. Нарисовать танк или снеговика квадратного запросто. С малышами тут целыми днями заниматься готовы. Читать, играть, рисовать. Главное, чтобы было где. Еще пару недель назад эта комната использовалась как подсобное помещение. Но игровая важнее, решили специалисты. Цель создания комнаты – это создание все-таки реабилитационного пространства для детей, которые находятся в нашем центре. Прежде всего, чтобы у детей была возможность общаться друг между другом. И все-таки отдельное место, то есть не в тех группах, в которых они находятся постоянно, то есть круглосуточное пребывание у нас в учреждении, а все-таки, чтобы можно было куда-то выйти, поиграть, развлечься, пообщаться друг с другом. Украсили стены, ковер постелили, детская мебель, игрушки. Убранство небогатое, но это только начало. Сегодня стартовала совместная акция программы «Дорога к дому» и центра «Росток», чтобы стало как дома. 4 года назад благодаря компании «Северсталь» в центре «Росток» появились вот эти две качели. С тех пор больше ничего. Поэтому главная цель акции – привлечь инвесторов, неравнодушных людей, которые могли бы помочь благоустроить эту большую территорию, создать здесь игровые зоны, площадки или хотя бы футбольное поле. Уже подготовлены листовки, флаеры, которые будут раздавать волонтеры программы «Дорога к дому». Опыт показывает, мир не без добрых людей. Например, благодаря спонсорам сейчас в здании меняют окна. И, возможно, скоро здешние малыши будут играть на ярких современных детских площадках.